Масштабная авария под Киевом. Два микроавтобуса столкнулись на трассе Киев-Черкассы, неподалеку от села Девички. На фото, которое опубликовали очевидцы, видно, как один из автобусов завалился на бок, а рядом стоит маршрутка с разбитой кабиной. По предварительной информации, погибших нет. Один человек находится в тяжелом состоянии. Пассажиры автобуса получили травмы различной тяжести. Пострадавших доставили в районную больницу. Причины этой аварии сейчас устанавливают.